Сегодня 36 новых машин скорой помощи получили медики Жамбылской области в преддверии Дня Конституции Республики Казахстан. Ключи от новых реанимобилей вручили сегодня в торжественной обстановке на площади Дастык. Из местного бюджета на это должно затратили около 321 миллиона тенге. Кроме того, накануне праздника парк городского пассажирского транспорта пополнился на 58 новеньких автобусов. Прямо в центре города 36 желтых машин и отложек дружно выстроились в ряд. Каждая карета скорой помощи оснащена всеми средствами оказания первой медицинской помощи. Здесь и аппарат ЭКГ, кислородный баллон, который поможет спасти жизнь человека в экстренный момент, и, конечно же, GPS-навигация. Участие в торжественной церемонии вручения ключей от новых автомашин скорой помощи приняли заместитель акима области, председатель общественного совета региона, медработники, ветераны сферы. Здоровье народа – главное богатство нашей страны. Поэтому в Жамбылской области ведется активная работа по повышению качества медицинского обслуживания населения. И если в прошлом году в эксплуатацию были сданы 29 объектов здравоохранения, то до конца текущего года будут построены еще 65. Обновляется и парк машин скорой медицинской помощи. На сей раз санитарные машины получили районы области. Больше всего 11 скорых отправятся в Кордайский район, 9 – в Рысколовский, по 3 машины в Жамбылский и Шуский районы. Также накануне праздника парк городского пассажирского транспорта пополнился на 58 новеньких автобусов российского и китайского производства. Безусловно, новые автомобили должны стать хорошим подспорьем для медиков, а также повысить комфорт и безопасность пациентов. А новые автобусы повысят качество обслуживания населения. Куляш Умурзакова, Зисхан Абдей, 77 News.